Танец, стихотворение, песня. В «Металлисте» провели торжественный концерт, посвященный Дню Матери. Свои номера представили сотрудники и ученики детско-юношеского центра. В России День Матери отмечают в последнее воскресенье ноября. Так благодарим всех матерей за их непростой труд и безусловную любовь к своему ребенку. В рамках концерта наградили победителей творческого конкурса от 5 до 17 лет. Ребята подготовили рисунки, поделки, открытки для своих мам.